Так, ну что ж, дамы и господа, продолжаем после ремейка Team Dignitas против Alliance. Напомню, первая игра Best of 3 групповых HyperX Dota 2 лиги. Сделали ремейк. Это All Peak. Ну и начинаем. Сейчас уже посмотрим, кто где, кто на ком. Итак, Strong Radiant Alliance, Пак, S4, Аки, на Личи Адмирал Бульдог на Баунти Хантере. И GM Windrunner и Лода на Лайфстиллере. С этой же стороны Dire, Dignitas, Блик на Миране, Демон, Нага Сайрен, Стэнди на Артизе, на Шадо Финзи и Инфинити Шадо Демон. Корок на Бетрайдере отправляется на топ, будет стоять соло. Ну, как видно, выдвигается агрессивно в сторону вражеского леса здесь Dignitas. Ну, я так понимаю, заходить прям-таки с разгона они пока не планируют. Сейчас узнаем. Аккуратно обходит кусты. Надеется здесь кого-то подловить, но посмотрим, кого они поймают там. На бот пока что планирует пойти лоду, возможно, поменяют сейчас лейны. Здесь ставят стражу вард за вышку, то есть здесь сейчас будут боевые действия проводиться. Я думаю, здесь все будет весьма агрессивно. На Артизе отправляется на мид, отправляется блокировать скрипов. И посмотрим. Напомню, игра на Европе. Взяли Shadowfiend, Dignitas, но пока драфтили, думали, что игра будет на американском сервере. Как видно, ошиблись. Infinity проел дерево, пошли смотреть, не вышло ли кто-то здесь смотреть руну, но нет. Вардом их уже видит, Alliance. Да, Alliance теперь прекрасно понимают, как будут стоять лейны. Все-таки отправляется лода на бот. Аки одного крипа уже съел и так и будет постоянно поедать крипов. Позволять стоять ближе к вышке. Так, ну что, видим. Готовится здесь Dignitas. У них, похоже, прям-таки с первой минуты все планируется. Выходит сразу же Infinity, прячет атаки. Стрелу надо зарядить. Идет крип, но стрела не попадает в Аки. Вместо этого лода нажимает рейдж. Пошел кусать Infinity, но понял, что пора уже бежать под вышку. На хейсте был Shadow Demon. Внезапно выбежал. Напал. Ну и здесь не самый удобный будет лейн. Как мы видим, Адмирал Бульдог на топе воюет с Корком. Прогоняет его под вышку. Рядом стоит еще и GM Windrunner. То есть здесь Alliance все просто замечательно. Вот на ботлейне могут быть проблемы. Если бы попал спецстрелой блик, все сложилось бы немного иначе, возможно. Как дела на миде? Четвертую душу получает. Пятую Shadowfiend. Более-менее неплохо начинает разгоняться. Самое главное ранее души накопить. Поднять свой урон немного. И Пак, как мы видим, даже отстает на один ласт-хит, но это, в принципе, различие не такое большое. Артизи старается, пытается оправдать свою славу, скажем так. В Америке он считается весьма сильным медовым игроком. Лода аккуратно ползает, Лода понимает, что ласт-хити здесь особо не дадут, пытается как может. Как минимум опыт получает. Я думаю, потом будут как-то эту проблему решать, то есть либо Лода отправит на топ, либо призовут сюда очередного саппорта, будут пытаться здесь устраивать какие-то драки. 6 ласхитов. 9 душ уже у Shadowfiend. Ну, как видно, 11 душ. Ведет себя очень уверенно. Главное, чтобы не погиб сейчас. Адмирал Бульдог приходит, смотрит на Артизе. Женада есть, то есть, если что, замедление бы дал сам с ботинком. Но уже момент упущен. То есть просто так здесь не поганг. Так, а здесь дают disruption стрелу. Не стали стрелу спускать, зная, что Лода может успеть нажать рейдж. На мид приходит демон. Маловат хп в Артизе, как бы здесь не попался, но Адмирал Бульдог пошел выслеживать демона. Ходит за ним кругами, дает ему женаду замедление. В ответ рептает от демона. Пошли Shadow Raze. И Паку надо бы отойти, Пак уже просил. Артизи получает салю. Ну и сейчас принесет себе бутылку, все будет замечательно. Ситуацию на меде Нага обезвредила. Надо вкачать следующий некромастер. Конечно, вкачать. Ну и пошли дальше. Душа копится. Shadowfiend уже весьма комфортно здесь стоит. Уже Паку здесь будет очень неприятно. Пак 8 ласхитов. Уже 14 в Артизе. Ну и несмотря на сервер, доказал, что... Так, здесь? Бульдог вернулся обратно на топ и вдвоем с джемом. Шиклшота не было, просто пристрелили, судя по всему, Бетрайдера. Пока мы наблюдали, что происходит на миде. Корока просто убили.
Бульдог отпивается, пошел дальше, продолжает свои приключения. Качает второй Shadowwalk. Фейсбус появляется у Джем, то есть здесь он дальше будет уже один спокойно стоять. Корок отправляется обратно, в этот раз к нему выходит Инага. Но, тем не менее, инициативу начинает опускать постепенно Дигнитас. Конечно, на меди у них все здорово, на бота не все здорово, но от того, как быстро поедет... Дайрс Курьер. Где он был? Здесь он был, его нашел Адмирал Бульдог и зарезал. Приносил он бутылку Артизи. Артизи продолжает разами добивать. Пак нападает вместе с Адмирал Бульдогом. Женаду дали, замедлили буквально пару раз. Порезать, но у того есть стик, у того есть заряд бутылки, отпивается. Адмирал Бульдог, один рейс, еще один, но Адмирал Бульдог уже отошел. Не угадал немного Артизи, можно было попробовать дальним рейзом попасть, но... Решил, что Адмирал Бульдог будет пытаться его самого добивать. Пытался просто выжить. Шедофин здесь. Ну и как мы видим, демон остается один на топе против Джема, и Джем харасит. Постепенно сам проседает немного от Рептайда, но не проблема. Так, здесь уже неприятности на ботлейне. Стрелу получает Мирана Бульдог, но нападает на Шадоу Демона. Шадоу Демон наконец-то погибает. Мирана просто отпрыгивает. Пытались на кого-то напасть, но Наги нет. Нага на топе. Вдвоем против троих здесь никак не сладить. Шадофинд продолжает свой фарм. 24 крипа имеет, но и Джем его обгоняет. Как мы видим, и Джем первый по лоске там. У него аж 34 крипа. На пятой минуте. Результат отличный. У Лода уже фейсбут. Лода, в принципе, самодостаточен. Главное, чтобы не были... Чтобы не было здесь больше комбинаций. Дисрапшн стрелы. Как раз приходит Инфинити, но Лод уже отошел. Ну и сейчас Alliance было бы неплохо все-таки убить Шадоуфинда, иначе Артизи может стать весьма опасным в мидгейме. Сейчас он разгоняется. Ты выглядишь доделать свои ботинки и так далее. Появится ранний слот. Посмотрим, что это будет. Будет ли это Black Imbar, либо что-то еще соберет. Я думаю, можно переключать уже на Networks. Как видно, EGM первый по Нетворсу. Не каждый день такое видишь, но... Виндранер не то чтобы саппорт здесь. Можно сказать, поменялись они ролями с Адмирал Бульдогом. Адмирал Бульдог постоянно ромит, перемещается по карте. Он знает, что если они найдут киллы, он свой опыт все равно получит. Поэтому лейна он оставляет Виндранер, который вроде бы... EGM постоянно играет на саппортах, но сейчас... Получает весь фарм, весь опыт на свете. Появляется у него уже рецепт на баклер. Ну и сейчас скоро доделать баклер. Появится очень быстро мека. Так, пак. На хейсте приходит. Есть дримкойл. Получает дисрапшн. Блик заряжает стрелу. В пак попадает. Между прочим, еще и солкэчер дали. Пак очень сильно проседает. Просто погибает здесь Исфор. Пришел, пытался заганкать. В итоге сам погиб. Очень неприятная для него должна быть ситуация сейчас. Но, тем не менее, ультимейт не потратил. Что самое главное, возможно, сейчас что-то будет придумать. Так, здесь на EGM нападает Корок. Но Корок как бы сам сейчас не пострадал. 300 он дал, демон дает рептайд, дает сетку. И Джем надо добивать, наверное, 4 уже стак и простреливает Корока. Неужели добьет? Привязал и добивает напоследок. Опыт с него самое главное получил и потом уже погиб сам. Сюда приходит Пак. Смотрит на демона. У демона есть Song of Siren, то есть если что, он отойдет. И Пак пока здесь просто остается, покупает новый телепорт, пока здесь получает опыт. Ну а пока все это происходит, продолжает свой фарм Shadow Demon. Приносит себе наконец Power Trace. Курьер наконец-то ожил. Виндранер уже перемещается на ботлейн. Похоже, сейчас начнут гонять Миран. Вместо этого подцепляет Infinity. Инфестом дополнительный урон наносит Лода. Сам попадает сразу в Disruption, но уже Лич заряжает свой Frost Blast. И Джем добивает варшотом. Блик отпрыгивает, чтобы не пострадать здесь в компанию. Фростбласт тоже получает, пытался его привязать Джем, но привязать не получилось. Шкошот полетел немного мимо крипов. Иначе бы еще и Мирану рисковали потерять сейчас Дигнитас. Что, счет 4-2. Валайнс, дела складываются неплохо, кроме разве что мидлейна. На мидлейне товарищ Артизи, как видно, по 105 урона уже влетает Паку. И Пака одним рейзом добить замечательный фейшифт. Отлично среагировал S4.
Шедофинт отходит. 32 души, практически замакшен уже по душам. Выходит. Смотрит на Джема, и Джем достаточно больно стреляет, между прочим, попал паршотом, пытался привязать, и похоже, что Дуфинт наконец погибнет. Однако сейвит его Инфинити, спас его от Дримкоила, в первую очередь пытается бежать. Артизи получил Шурикентос, в ответ Рейзы, чуть было не убил Пака, сам наконец-то погибает. Пак вовремя спрятался, Инфинити получает трек, и надо его тоже добить. Паршотом спокойно добивает его Джем, получает киллинг спри. Даблкил стреловый. Стрелу тоже в придачу получает, и похоже, сейчас сразу же свой стрик отдаст. Забираю стрик Мирана. Размена на мидлейне. Наконец-то убили Шадуфинда. Выбили из нее часть душ. 16 душ всего лишь осталось. Надо набивать теперь заново. Немного забили спейс, скажем так. Ну, теперь, в принципе, на всех трех лейнах дела идут неплохо. Хоть Alliance потеряли своих героев, сейчас потеряли Винранера, сняли с нее стрик. Но сами начинает уже убивать стреками, то есть, если следующие размены произойдут неплохо, станут еще богаче. Так, ну что, смотрим. Смотрим по графикам. 1500 Alliance есть по золоту, 1000 у них по опыту. Здесь отменяет телепорт Аки, судя по всему, просто на землю кастанул, мискликнул. Буквально на метр хотел телепортироваться, возможно, просто мискликнул. Ну и у Джемы уже есть мека, появляется меказм. Так, убили все-таки Лича, Лича подловили здесь, но мы смотрим за Артизи. Артизи попался, Дримкоил получает, получает паршот, прокастовывает в ответ Рейзы, но все-таки погибает. Погибает с треком, между прочим. Приходит Инфинити, Адмирал Блюдок сразу же становится невидим, Демон дает сетку и Джему. Демон получает Дженаду. Ну и Нага напоследок спела, но все-таки погибла. Теперь уже трек в Инфинити. Мы продолжаем за ним погоним. Внимание не обращают, лезут под Тирлатаур. Адмирал Блюдок подходит. Паршот дали, добили. Улетает Alliance. Достаточно далеко они пробежали, но тем не менее килл получили. С треком это очень приятно. И как мы видим, Alliance доказывает Dignit, что комбинация со стрелами раны, конечно, работает, конечно, пару киллов они получили за счет этого, но, тем не менее, этого может оказаться недостаточно, скажем так. Сами активно показывают зубы, активно отбиваются. Лич пока только ботинок доделал, но сам седьмого уже есть, Chainfrost. Фростбласт третьего уровня. Адмирал Блюдок находит Корка, хотел дать ему трек, и Джем привязывает его к дереву, трек дали, Женаду, Мунайт Шэдоус от Мираны, но надо добивать, добивает, успевает. Баунти Хантер. Ну и Джем просто выгоняет всех остальных, прогоняет отсюда Нагу, прогоняет Шэдоу Демона, тот дает Солкэтчер, далее Рептайд, и Джем в ответ, шикошот. Конечно дал, но это не сильно помогает. Получает ультимейт Шэдоу Демона. Мек уже нажимал, все еще живет. Пытается прострелить. Убьет ли демона? Нет, демона не убивает. Демона, похоже, убьет Аки. Аки дает Chainfrost. Chainfrost в Infinity. Его зарежет сейчас Мира Бульдог. Здесь еще и лоды принесли. Ну и Нага все еще живет, между прочим. Погибает Аки, приходит Шадуфин, прокастовывает. Курьер выживает. Ну и здесь гонит лоду. Alliance задержались немного. Показал себя Адмирал Блюдок, очень мало у него было хп. О, успешно отходит. Шадуфин приходит сразу на ботлейн, воюет с Паком. Пак моментально дримкой, в общем-то, весь проказ свой отдал. Чуть было не погиб. В последний момент он ушел за рейндж Рейза. Буквально на миллиметр. Шадуфин не достал. Но тем не менее, у Пака 1500, то есть рано или поздно Блинкдаггер появится. Блинкдаггер скоро появится и у Корка. У Корка 200, буквально одного крипа ему осталось добить. И там же посмотрим, как все изменится. Сейчас Alliance контролирует большую часть карты. То есть они ходили по вражескому лесу. Как-то вот так вот сейчас по карте уголочек остался у Dignitas. Вышку они потеряли на ботлейне. На топе вышки нет уже давно. И осталось снести тауэр на меде. Вот как раз Корка здесь находится. Сразу же привязывает его трек. Дали. Ну, несмотря на то, что хватало им практически на даггер, уже надо опять копить. Хоть и не так много, но тем не менее. Бежит лода. У лода есть армлет.
Миран там куда-то попадает стрелы, но здесь находит уже Инфинити. Инфинити дали трек, моментально его убивает. Прыгает Пак, но Пак и Дримкойла нет. Дримкойл он уже тратил. Лайнс выходит на мид. Вышку надо добивать. Ну и Дигнита сквозь... Неплохо они начинали, неплохо. Казалось бы, лейнили. Начиная с 10 минуты, у них все пошло под откос. Приходит Пак. Внутри Пак сидит Лайфстиллер. Скорее всего, не ожидает этого. Артизи. Лода. Выползает, но на замедление мана нет. Лода получает сразу же сетку. Пак спрятался, отлично спрятался от Старшторма. Напоследок дал Сайленс, но Артизи раскрутил свой ультимейт. Прогнал Лоду. Приходит на Рабльдог. Повесил трек на Блика. Ну и Блика надо эвакуировать. Поедет Сонгу Сайрен Демон. Нажали невидимость. Хотят войти Джема. Отличный шиклшот. Демоны привязал, треки развесили. Ну и всех убили. Сентр Вард поставили. Кто не успел убежать, тот попался. Хотели пытаться убить Джема, но... И Джем дал понять, что не стоило так сделать. Адмирал Бульдог скоро уже доделает, судя по всему, свой блокинг-бар. Есть уже Огрклап, у него есть 1400 золота. Скоро появится Мифрилхаммер. Ну и Пак и Даггер уже, само собой, в наличии. Забирает реген, сейчас подождут они, пока отрегенится здесь. Адмирал Бульдог с Лодой. Лода бежит, хромает. Так, ну а пока это происходит, Пак просто в одиночку убивает Корка. Корк, давайте посмотрим. Даггер он все-таки купил? Да, действительно, купил. Ну, хоть какой-то для него позитивный момент. Пока что он в матче показать себя особо не успел. Пять раз погиб. Корк пока что... должен что-то сделать, что-то поменять, возможно, к следующему матчу. Пока же Alliance нажимает смог. А смена забегает в вражеский лес, хотят найти, кто здесь пытается фармить, кто пытается получать опыт. У них преимущество уже за 10 тысяч по золоту. В районе 7 тысяч по опыту. Ну и чувствую себя очень уверенно, расставляет варды, готовы уже пушить дальше. Ломать тирдва от вра. Находит Артизи. Сразу же получает Сайленс. Шикошот, конечно, не привязывает, но этого оказалось достаточно. Дали трек, добили. Ну и понятно, что Дигнитас уже вышку отбить не смогут. Сдают они свой тир 2 таур. Лайнс его постепенно ковыряет. Перемещается Дигнитас, возможно, попробует все-таки что-то сделать. Блинкдаггер у Корка есть, то есть сейчас какая-то попытка, судя по всему, будет. Но здесь сажают. Сажают в Пака Лоду. Вылетает сразу на двоих, это моментально минус 2, Корок третий, Корок сразу же получает трек, получает замедление, Шурикен Тос добивает Корка. Ну и четвертый, Блик бежит. Получил Чейнфрост, получилось дополнительное замедление, трек на него набросили, ну и за ним в погоню влетает Пак, добивает. Пак получает трипл килл. Ну и в живых оказывается только Шадуфин, которого убили до этого. Подходит к миду, но сразу же прилетает Пак, прогоняет эту самую Шадуфинда. Вышку надо добить, собственно, этим здесь и Джем занимается. За Шадуфиндом открывают охоту. Как видно, крутил свой ультимейт, хотел кого-то здесь найти. Думал, что на него здесь пойдет на хайграунд. Приходит этот Мраблок. Смотрит, что здесь Артизи сдержал оборону, но Артизи уже сдержался здесь. И Дигнитас говорят, good game. Ни к чему здесь продолжать, 22-7 счет на 17-й минуте. Прекрасно понятно, что по обоим графикам здесь уже зашкаливает, учитывая все треки. Ну что ж, ждем второго матча. Посмотрим, смог ли отыграться Dignitas на родном сервере. Ну а пока небольшой перерыв, буквально 5 минут.